Да. Как он тебе? Охуенно, вообще охуенно. Тормоза, вот изменения получается именно в суппорте. Суппорт более усиленный, да? Двухцилиндронный, кажется, не то. Не знаю, как Да. их правильно Ну, короче, назвать. нравится тебе, да, как он Да, едет? тормоза. Скажи. А вот приемистость как, нормально? Да, тяга тоже хорошая получается. И звук вот этот, да, фирменный, да? Звук, да. Ну, раньше у Minmac F2 звук был просто вот такой. Угу. То есть он не увеличивается, он просто стоит и все. А сейчас он такой. Фара мощная, да? Да, фара еще. Офигенно. Кстати, поворотники что там переобновились. Поворотники, да. Вот габариты сначала. Да, это тормоз. Вот поворотнички. Так, поворотники. Супер. Очень хорошо видно. Да. Кстати, они ночью хорошо видно, кстати. Да, ночью. И контроллер под багажником. Да, это самое главное, да. Самое главное. Тут не надо будет гидроизоляцию делать. Угу. Само мотор кольцо он где-то 80% делается у Китая. Как мне сказали. Угу. Вот. Да, да, да. Они с завода делают гидроизоляцию. Да, еще смотрите, какую фишку вот выключил ты его, вытащил. Ну это как бы раньше было, но все равно. Так. А вот. Все, да, включился. Уже завелся, то есть, да. То есть тут показывают пробег. Поезд, пробег, вольтаж. Одометр и вольтаж, да, да. 61,7. Угу. Где-то процентов 70. Да, еще. Зеркала в комплекте уже, да? Ну, держатель да. для телефона, кстати держатель говоря. Для телефона с USB-портом. Зарядкой, да. Вот, еще что получается? Ну, задние амортизаторы это как бы хорошо. Хорошо, но он же жесткий здесь, да, я знаю. Да. Он здесь жесткий, и поэтому он не будет играть на скорости. Если вот. Будет вот здесь какая-то тут своя, вот этот, назвать. Еще можно снять вот эту красную штукенцию, и будет у вас он помягче работать. Потому что за счет нее пружина сжата, так она разожмется, она будет лучше. Ребят, самое главное, вот эту штуковину убрали, тут нет вот этого самого. А, ограничителя, да. Ограничителя нет. Да, то есть крутите руль как да. хотите, вообще, хоть вот, вот так вот, да. Вот это уже нормально. Да. Покажи, как вилка работает. Так, вилка. И ничего. Давай попробуй с одной рукой, вот, с одной да. рукой нажимаю. О, ну уже хорошо, да. Да, мягко работает. И когда вы ездите, у вас не бьется о фару, как в других велосипедах. Потому что да. вот здесь он уже этот перекручен, то есть да. перекрутили. Правильно сделали, да. так сказать, установили кронштейн другой стороной. И теперь у вас уже не будет такого, что будет биться корзинка о фару. Вот сейчас я нажму его, нажму до конца, я должен... Нет, не бьется. Ну вот вообще еще есть зазор где-то сантиметр. Да. Ну вот если ты сильно делаешь, конечно, да. она соприкасается, ну, но не это, сильно, да. да. Но такого не будет все равно. Также здесь у нас зарядное устройство на 3 ампера. Документы, паспорт, гарантийный талон на электровелосипед Monster. И такая табличка. И у нас педальки идут в комплекте. Вот. Да, кстати, ножки очень самые лучшие на рынке ножки это вот у монстров. Вот именно вот такие. Вот я даже удивил, что он не падает, да, ничего. То есть это одни. Это, их плюс, что их можно убирать. И когда ты их вот так хоп, да, ты уже получается сажаешь ребенка или кого-то еще, и здесь уже соприкосновение ноги будет полноценное. Вот. Мотор колесо здесь 500 ваттное в номинале. Максимальная мощность 1000 ватт. Вот, то есть этого достаточно хватает, чтобы ездить в доставке и просто кататься где-то по холмистым местностям и так далее, по деревне. Вот. Ну, размер колеса здесь внушительный. Широкое колесо 3.0 ширина. Вот даже это здесь написано 16 на 3.0. Вот. Ну и крылья, фары, корзинка до 10 килограмм выдерживает. Это проверяли уже сами курьеры. Которые возили в нем в ней, да. Вот. Так что велосипед уже доработан. И его можно уже смело брать. А, батарейка хватает минимум 6 часов. Минимум 6 часов. Поэтому, смотря как будете ездить. Если будете ездить аккуратно и на первой скорости, то, соответственно, вам хватит на больше. Три скорости, поворотник. Здесь у нас заведен сейчас стрелка. Сейчас вести. Очень классная штука, держатель для телефона, который вам поможет остаться всегда на связи и, так сказать, поставить на подзарядку телефон. Monster Grey X. Новая расцветка.
2023 года. Новинка. Металлическая рама, ребят, не ломайте. Стальная рама выдерживает вес до 220 килограмм смело. Можете садиться два человека, и он поедет и повезет вас и в гору, и просто поедет, и ничего ей не будет. Гарантия на раму год.